Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на арену, делаем запрос. 18 призраков плюс, ох ты, термин 9000 собственной персоны плюс смотритель. Я тебе скажу, это неплохо. Это совсем неплохо. Ну что, поиск противника. Противник найден. И я беру вот этот вот наш отряд. Кто-то меня упрекнул. Рэй, типа, каково тебе... Ой-ой-ой-ой, драться против вот таких вот малышей. Ребят, не я же выбираю противника себе. Если они мне подсовывают таких, что я могу сделать? Если у меня нету слабее отрядов, что я сделаю? Да и в любом случае, арена здесь это чисто формальность. Просто взял, победил. И все, так, тренировка у меня. Команда тут получила награду за тренировки. И следующим отправляем, так. Ну да. Сразу же этот отряд. Оп. Пускай он дальше себе спокойненько тренируется. Так, ежедневные испытания, давай посмотрим. О, опять жнец, слушай, что тут. Постоянно я как не зайду, у нас все время разыгрывается жнец. Что здесь не так? 1581. 1581, да? Так, а в поединках... Ага, нам немножко осталось, и мы... Ну что, пойдем? Будем ежедневки тогда выполнять. Собери свой отряд. Так, ребята, вам не кажется, что у нас в прошлый раз было такое? Нет ни у кого ощущения дежавю? А вот у меня почему-то есть. Я не знаю, с чем это связано, но... Такое впечатление, что это уже мы проходили. Прям один в один. Странно. Очень, ребят. Нифига. Ну-ка, давай-ка мы сделаем так. Служителя тьмы позовем. На тебе. Фаерболом. Что стоишь? Никудышка несчастная. Да, я, ребят, ускоряюсь. Вообще по-топовому прошли. Разобрали их, даже не поморщились. Так, 23 карточки на жнеца. Собери свой отряд. Ну, давай я возьму так. А что я тут буду думать? Ребят, то же самое все сделаем. Да и все. Не будем тут, как говорится, изобретать велосипед. Я сейчас пройду вот эти ежедневные испытания, ребята, и специально пересмотрю свою предыдущую серию. На паузу нажму, предыдущую серию. Мне такое ощущение, что все как было, так и осталось. Несмотря на то, что мы с тобой вроде бы как продвигались. Может быть, меня, конечно, глючит, я не знаю. Ну не может же два события спустя столько времени до сих пор еще идти. На. Так, она отражение, да, активировала. Паладина разорвали. Ну. Все. Так, здесь тоже получаем награды. 12 карточек на жнеца. И последний поединок. Раз, два. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Сделаем так. А ну-ка. Ну, зомби, понятно. Можно, в принципе, сразу вызвать служителя тьмы.
накопить на него и вызвать. Можно вызвать зомби. А можно, знаешь, что сделать? Еще даже лучше. Просто призвать ведьму. И все. Единственное, что успеет ли она только. Ну, урон получим, но это не беда, ребят. Так, погнали. Тыриш. Ну и все. Камикадзе зомби дошел, взорвался. И замок в щепки разлетелся. Так, ребят, сейчас я гляну предыдущую нашу серию. Почему-то уж больно похоже все это. Так, что я хотел? Тренировка. А, еще хотел заодно глянуть. Так, у нас тут получается две, да, недобитые Локи. Так, короче, ребята, глянул, все норм. Жнецы копятся. Событие это уже другое. Видно, я просто попадаю. Так, ну что, в бой. Погнали. Так, здесь у нас. Ну что, я думаю, наверное, вот этим отрядом можно, в принципе, будет разобраться. Да, пришелец напрягает, я не спорю. Но мы его можем отвлечь кем? В принципе, молотильщиком. Можем вызвать молотильщика, да? Ах ты жучара, ты смотри, что он делает, ребят. Хорошо, что у нас друидка, а? Так, как бы мне это... Как мне это реализовать-то все теперь? Реализовать, да еще и захилять базу нам надо. Попробуем. Пришельц, ты что, оборзел, что ли? На свою сторону он, понимаешь ли, руну взял. Так, допустим. Побежали, 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 ребятушки. Побежали с нами голову. На тебе. Хорошо, что друидка у нас захиливает базу, а? Согласись. Это круто. Так, ну и победушка наша очередная. Так, давай-ка дальше. Без промедления бежим дальше. Здесь слизень-морпех, опять же этот пришелец. И жаба с молотом. Ну, жаба с молотом для нас не авторитет. Верно? Я вот думаю, может быть, нам паладинчика призвать. Наверное, да, придется нам вызвать паладина здесь. Ну, готов. Пришелец, как ты мне дорог, а? Это такой удар никчемный был. Даже урона не нанес практически. Только карточки пришельца получаем. Ага. Опа, и замерз чувак. Давай, 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 бомби. Пришелец тут с замедляшкой своей вылез. Ну тут можно ускоряться, тут уже все, ребят, победа. Тут им, само собой, уже ничего не поможет. А я, знаешь, что думаю? Может быть, нам попробовать поменять команду? Ну, я имею в виду изменить. Взять тех, за кого мы давным-давно уже не играли. Например, Некро. Да-да-да-да-да, тыквоголовый уже давным-давно, ребята, у нас не принимал участие в баталиях. Плюс возьмем тигра, нет, давай не тигра возьмем, а стража. И все это заправим. Подожди, а
Если мы сейчас с тобой возьмем вот этих вот топовых бойцов, то кто у меня будет, например, самурай? Да, почему бы нет? Так, и можно из башен. У нас что-нибудь доступно? Из башен. Сакура, в принципе. Ну чё, попробуем? О, подожди, 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 секундочку. В плане. Страшно, у меня даже не сотый уровень еще. И не 5 звезд у тебя. Это непорядок. То, что у него не 5 звезд, это, ребята, непорядок. Поехали. Интересно даже посмотреть, что у нас из этого получится. Ну, тыквоголовый это тыквоголовый. Это уже проверенный старый воин. Не надо. Мы эти выкрутасы уже проходили, так что давай-ка без них. Так, хорошо, вы будем вызывать некро, наверное, да? И тыквоголовый нужен срочно, ребята. Да ты пока вызовешь, блин. Пипец, взял просто и стырил у нас, а. Просто похитил мою бедную некро. Вон, колобка похищай. Нет, он берет самурая, а. Я офигеть, тут заваруха. Так, давай монету. Нормально такая у нас команда получилась. Страшно, он с таким щитом еще со здоровым идет. Я еще одного стража и вот так вот сделаю. Нормально. Победили. Так, у нас... Кто здесь? Блин. Лорд пустоты. Ну, с ним я, конечно же, возьму топовый отряд наш. Чтобы разобраться без проблем, как можно быстрее. Ронин, давай. Ай-яй-яй, не побежал. Не побежал. Ты посмотри, что он делает. Гаденыш похитил, а? Ронин, давай, беги. Он сейчас пришелец, если полетит этот, он похитит у меня. Ой. Уже, ребята, лорд пустоты вышел. Зашибись. Ну. На. Да убейте вы. Есть. Совсем, ребят, другое дело. Успели мы все-таки. Давай, давай, давай. Что-то не клеится. Вообще не клеится. Что такое, Рэй? Почему у нас не получается, а? Так, он перепрыгнул. Давай, 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 вот этого. Отлично. Похитил моего. Ну, плевок-то будет сегодня хоть один. Ну, есть. Подбили.
С горем, блин, пополам выиграли. Так. Ну что, заберем награды наши. Сундук захватчика. О. Так, и у нас территория роботов. Я думаю, наверное, справимся, да? Против щита бота и БФГшки. Так, если что, вызовем самурая. Для начала. А потом обязательно нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот не есть хорошо. Блин, Некро успеет, интересно, своих этих вызвать? Колобков, блин. Ну? Отлично. Ну что, совсем по-другому, да, запели, ребятушки? Совсем по-другому запели. То-то и оно. Так, давай врагачек позовем. Ну тут и коголовые просто будут, ребята, их колбасить издалека. У них шансов здесь нет вообще что-то сделать. Смотри, что происходит. Кровавое мясо. Кровавую баню мы им тут устроили. Ну что, погнали дальше тогда. Такс, ну что. Вначале, наверное, позовем. Тихо ты. Блин, справится ли у меня? Вот еще самое интересное. Да, он должен справиться. Эй, сижу тут, жду, блин. Вот фигня-то, а. Блин, ребята, я, наверное, не успею. Я не успею. Так и есть. Мне придется опять вызывать друидку. Нанес урон. Вот такие вот пироги. Только дело в том, что как мне еще успеть-то здесь призвать этих всех? Это без вариантов, ребят. Даже если я вызову друидку, мне все равно растет петруша. Здоровски получил. Вот так вот, это все из-за БФГшек. Ладно, этот отряд не годится сюда. А что если я вот этот возьму? Посмотрим, как он проявится. Ну, этот отряд проявит, куда он денется-то. Тут у нас и голем, тут у нас и ниндзи. У нас вообще все топово. И на БФГшку у нас найдется, ребята, ответ. И на щитоботов, вообще на всех. Смотри, что происходит, а. А мол, не хочешь? Бэм, БФГ сдулась. Ну, отлично. Сейчас вломим. Так, минус щитобот. И все, ребят, уже начинаем пинать потихоньку базу. Я еще одну БФГ вызову и молнии. Вот и все. Забомбили. Двигаемся дальше. Так, третий этап. Бомбер. Ну что нам сделать бомбер? Да ничего. А кто такой бомбер? Да никто. А как его звать? Да никак. Сейчас распетрушим. Нам надо было бы еще, наверное, один какой-нибудь новенький отряд создать. Не похожий на ранее, которые у нас были. Так, сейчас я БФГ, наверное, призову. И ниндзю в придачу здесь. И молнии. Вот и все. На. Без шансов, да? Так, давай. Ползун, беги.
Блин, двух ниндзя, а? Одной бомбой. Молнии. Так, два голема у меня там, да? Орудуют. Блин, я не успею, ребят. Он только вызывает этих щитоботов. Есть. Это мы хорошо ему прописали сейчас. Прям чудесно. Ну-ка, подожди. Кто у нас может участвовать еще? Например, вот этих мы уберем. Так, можно взять копейщицу. 21 уровня копейщица. Ладно, фиг с ним. Жаба. Банши. Так, и, например, пришельца взять. Давай пришельца возьмем. А босс у нас будет ядерный робот. Прикинь, такую связочку мы сделали. Давай, давай, соточку. Есть. Так, тебе что ли еще надо? У-у-у. Тебя, парень, качать и качать тут надо еще. Ну, тем интереснее будет. Я не представляю, что сейчас будет у нас. Такой комбой я еще вообще ни разу не играл, ребят. Да. Я даже не знаю, пришельцы, может быть. Давай пришельцы. Так, банши. Ауч. Хорошо. Квест завершен. Защита — лучшее нападение. Согласен. Две копейщицы. Целая орда чуваков с пушками идет. Да, тут, конечно, круто. Выпустил кракена. Просто, ребята, они просто затыкивают. Копейщицы просто там. Они даже не дают, они просто откидывают врагов. Смотри. Сейчас будет больно кому-то. Да что? Ах, не дают, ребята, ему. Не дали ему активироваться, к сожалению. Слушай, а я что-то тут довольный такой хожу. У нас времени это 53 секунды. К твоему сведению. Да ну! В плане, ты никого не похитил? 22 секунды. Вот, ребята, вам и комба все. Вы просили поиграть разными. Вот я вам поиграл. Разными. Да. Мне интересно посмотреть расклад всего этого поединка. Почему ты не берешь на мою сторону-то их? Я не могу никак понять. Да, из-за этого... А кто это? Что-то я не понял. Там... Ты видел? Невидимка шел. Кого он там все похищает-то? Я не могу понять. Там никого нет, он кого-то похищает все. Что происходит, а? Не, ребят, смотрите, кто-то тут есть. Ну кто?
Я не понимаю, какой невидимка у него тут еще взялся? Не врублюсь я, честно говоря. Почему моя жаба не замораживает врага? Вот кто здесь у него в невидимку, я до сих пор не могу понять. Смотри. Вообще не видно противников, прикинь. Нормально? Я вообще не вижу противников. Да. Это очень интересно. Да, пока этот робот, ребята, дойдет. Сутки пройдут. Так, квест завершили. Так, ну что, поехали дальше? Мы же здесь не закончили. Все, ребят. Так, значит, здесь у нас не канает с этим отрядом. Давай-ка мы его, наверное, переделывать. Естественно, робот нам не нужен. Бестолковый, если честно. Этот пришелец тоже бестолковый. Возьмем репульсор. Копейщицу тоже. О, бородавочника можно, в принципе, взять. И... толкатель. И вот так вот. Какого он... 26 уровень. Нет, конечно же, нет, ребят. И хотелось бы ставить, но не могу. Вот. Вот кто у нас, ребята, давно не был. Да-да-да-да-да. Наш дедушка старый воин, который борозды не испортит. Так. Посмотрим сейчас, как у нас... А кто у нас пойдет за стража? Толкатель, что ли? Давай посмотрим, как он себя будет вести здесь. Как-то не особо хорошо он себя ведет. Бородавщик разгоняется. Вот ты сейчас серьезно? Не, ну это в руки длинные. Торнадо. Да ну. Ты прикинь, он там целую армию этих сделал хилов. Я не смогу, ребят, здесь ничего сделать. Смотри. Вот тогда. Все. Хана нам. Как тебе такой вариант? Нормально? Вот и я говорю, лучше не придумаешь. Так, ладно. Давай-ка мы сделаем с тобой, знаешь что, следующий отряд. А, не могу я его взять, да? Я, знаешь, что хотел сделать? Чисто отряд из роботов. Но не получится. Не получится, ладно. Давай возьмем БФГ. Так, так. И, например... Сейчас возьму зомби. И из боссов у нас будет дед. Давай так попробуем. Посмотрим, что у нас тут из этого может получиться. Танк есть. Легкая пехота есть.
Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Да, что-то как-то... Ага, он тоже захиливает, да? Пытается хильнуть. Давай, давай, кромсай. Всех, всех, ребята, кто там сзади был, всех уничтожил, прикинь. Тин-тинц. А это что, хиляет только роботов, что ли? Ну да, он только роботов, ребят, хиляет. Он не хиляет голема. Или хиляет, я не могу. Он еще хиляет, вроде как ускоряет, что-то такое. Почему они... А, он... Кто-то их бафает, ребят, на ускорение. Не могу, правда, понять пока кто, но вот кто-то бафает. Так, два луча, ребята, смерти получили они по мозгам, да? Без летающего юнита очень, ребят, сложно играть. Очень сложно. Танки, это, конечно, хорошо, но они только сдерживают. А у нас, ребята, времени. Времени в обрез. За 17 секунд вряд ли у нас, конечно, получится что-нибудь. Если ускоримся, посмотрим. Не, не дают. Опять фейл. Нет, мы выиграем здесь, но... Сам видишь. Опять же, не чистую. Я даже, ребят, я даже не могу босса вызвать, понимаешь? Нам на помощь. Так что... Возвращаем наш старый состав, который, естественно, ребят... Нас никогда не подводил. Так, подожди, кто у нас был в старом составе, вспоминай. Так, ниндзя, я точно знаю, что была. Плюс ко всему. Так, а помимо ниндзя, то кто был у нас? Богиня солнца здесь в этом отряде, да, была. Давай сделаем вот так. Жаба с молотом точно была? Не помню что-то. Так, башня у нас была. Фаербол, что ли, был у нас? Ну, давай возьмем. Блин, да какой фаербол? Не фаербол у нас был. Так, ползун. А у меня энергии-то все равно здесь не осталось, ребят. Энергии на этом отряде нету, поэтому что я тут копошусь? Бесполезно. И здесь нет энергии. Так, ну что, поехали тогда. У нас остался один отряд. Вы, ребят, просили меня в сериях поэкспериментировать. Вот я вам поэкспериментировал, и вы сами прекрасно видите, какой результат из этого всего получается. Так, ползет. Ползет Суходрищев. Получил свое. Ну. Так, баллисту призвали к нам на помощь. Давай клетку. Оп. Смотри, он успевает, ребята, выхилить. Нифига он там.
Да ты серьезно, ты запарил, блин. На, получили все там. Достаточно было. Давай так сделаем. Это что там получается-то, я не могу понять. Опять не успеваем, да? Я смотрю. Пробомбить. Не-а. Если мы сейчас с тобой БФГшки или эти не уничтожим. Замечательно. Какая БФГ противная, а, друзья, если бы вы только знали. Ну вот это как называется, ну. Взял, просто всех уничтожил у меня. Все, ребят, тут надо ускоряться, тут уже бесполезняк. Я манал, с хилботами уже не можем справиться. Пипец, дожили. Да я ускорился, потому что в любом случае здесь мы выиграем. Но опять же, ребят, на одном уровне с вами зависли. Это трэш. Просто трэшняк. Как тебе такой расклад? Продолжить, конечно, продолжить, только... Драться нам все равно придется. Ладно, вот давай возьмем наш топовый отряд. Достали они же мне в корень. Давай, рыцарь маг. Че ты там бежишь? Шкребешься, блин. На. Давай, 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 давай. Отлично. Луч смерти. А дальше раскромсон, просто элементарный. О, не добежал малька Ронин. Не добежал чуть-чуть. Вот прикинь, сколько мы с тобой времени потратили, экспериментаторы фиговые. Да здесь, конечно, здесь будет легко, ребят. Он, робот этот ядерный, он даже ничего нам не сделает. Даже если он возле базы встанет, я просто Ронина вызову, он его раскромсает. В сухую, один причем. Видишь, как он делает? Щитбот, сзади хилбот. Но когда вот так Ронин убегает, хоба, ничего не помогает. Да-да-да-да-да, мечтай, парень. Где там твой ядерный робот-то? Как всегда, зашкерился за это, за занавеску спрятался. Вот и все. О чем была и речь. Так, а мы идем дальше. Сундук робота забираем. Ничего интересного нам здесь не досталось. Так, 14 карточек богиня солнца, черный рыцарь и ползун. Ребят, 199-й портал уже был. Когда уже 200 это будет? Он должен был быть еще... Вот в этой серии как раз и должен был быть. А вот тут только в следующий. Так, ну что? Энергия накопилась, поехали. Холоп крестьянский тут будет выпендриваться еще мне, да? Встреться и поцелуйся с мечом самурая. Бестолочь, что пустоголовая. Так, сейчас я некро призову. Посмотрим тогда, что к чему и почему. Сейчас колобки вас там раскусят всех вдоль и поперек. А? Съели? Вот и оно. На тебе.
А если я вызову два некро? Как вам будет? Ну все, 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 уже хорош тут выпендриваться. Уничтожим базу. И продолжить. Так, второй этап. Тут энергии нету. Так, этот отряд нерабочий. Поехали. Блин. Хотя, в принципе, у нас есть фехтовальщик. Он с крестьянином справится же. Или он кого будет первого? Паладина чего вызывать? Ну да. Это когда Джиггернаута буду вызывать. И следом за Джиггернаутом буду вызывать баллисту. Вот так вот, издалека их кромсать всех. Еще и клетку. Давай, 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 пробиваем их. Крестьяшек тут этих несчастных всех. Он думает, что у него есть шанс, что ли, я не могу понять. На что тут рассчитывает-то? Тут без вариантов. До свидания. Ну что, по красоте. Двигаемся дальше. Ничего не изменилось. Нет, ну грифон, конечно, добавился. Триста двадцать. Ну куда ты идешь, а? Так, нам надо, наверное, баллисту, я так понимаю, готовить. Логично? Баллисту и прикрываемся Джиггернаутом. Сейчас попробую обоих поймать. Вот и все. Поймали, как говорится. Теперь еще грифу призовем. Еще одну баллисту, чтобы быстрее нам разбирать. Ну что, я думаю, можно тут ускоряться уже, в принципе, спокойненько и смело. Готовы. Такс. Еще две энергии, да? Получается, как раз успеем пройти. А здесь всего лишь навсего прибавляется лучница. Ну, с лучницей у нас тоже, ребята, разговор короткий. Баллисты их очень любят уничтожать, этих лучниц. Так что для нас это не проблема. Так, выходит паладин. Я вызываю джиггернаута. Ну и как обычно, ребята, вызываем джиггернаута, а после вызываем баллисту. Это самый оптимальный вариант. Клетка. И грифу. Клетку и грифу. Так, еще одного джиггернаута. Вторая баллиста там уже на подходе у нас. И еще одного фехтовальщика. Клетку выбрасываем. Все. Там ускоряшка выпала, но она нам не понадобится. Точнее, мы ее не успели юзануть. Кто здесь у вас? Жнец. Ну что же, жнец так жнец. Что я могу поделать? Что, выпустим кракена? О, побежал. Ну понятно, понятно, как всегда, прикрывается, да, своим голодранцем этим несчастным. Шлепнул, да? Ураган. Да все, 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 все. Забомбашили.
Ну что, забираем наш сундучок, ребята. Сундук подданных. Ага, эльфы — это хорошо. Эльфы нам как раз-то и нужны. Ауч. Ты серьезно? Хм. У него, ребята, здесь тоже ронин есть. Ать, мой ронин сильнее, ну, быстрее. Да и сильнее. Выпендрился, да? На! По красоте сейчас было. Так, что у нас тут? Блин. Опять ронин и этот еще терракотовый воин здесь будет. Сейчас проверим. Ну, ё-моёшечки, ну что это? Понятно. Что тут можно говорить? Опа! Смачно. А вот это вот далеко не смачно. На тебе, ронин, плевок, плевок. Готов. Нашел на кого бычить, да? Вот так вот. Будет знать, кто в доме хозяин. Так, у нас здесь энергии больше нету. А здесь... А чё? Да ладно, у нас должна быть. Вот, я уже говорю. Ну, тут, конечно, да. Тут тигр плюс ронин, блин, тут я не знаю, ребят, как-то. Ну, даже если я вызову фехтовальщика. Блин, ронин сейчас нас ушатает, ребят. Это даже не обсуждается. Здесь никак мне не выиграть. Никак, ребят, не выиграть. Ё-моё. Ладно, тут ускоряться, а тут... Все равно, как говорится, это... Проиграл я здесь. Да, проиграл. Да тигр этот достал уже, заклеп... Просто уж всех сносит, блин. Просто всех сносит и все, ребят. Ты, нормально? Вот как специально все сделано, так, чтобы он вышел и именно бомбанул по нам, блин. Да. Одна награда всего лишь. Да, вот, ребят, такой вот эксперимент у нас сегодня был. Как ты видишь, не совсем удачный. А ты говоришь, поиграй за других. Вот, элементарный тебе пример. Другие никак, ребята, здесь... Не помогая друг другу. Тут получается дисбаланс, рассинхрон, как хочешь называй это. А мои команды, которые были, были идеальными. Ну что, ребятушки, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.